Всем привет! Сегодня снимаю видео о своих заказах с аптечных сайтов. Первый сайт — это сайт Аптека.ру и совершенно недавно открытый мною сайт заказа продукции из аптек — это сайт Здравсити. И, наверное, с него я и начну. Итак, первое, что было в моем заказе, это вот такой вот ополаскиватель для полости рта. Защита от кариеса, Фторадент. Люблю я очень эти ополаскиватели, и раньше я их заказывала с сайта Аптека.ру, но в настоящее время этот сайт стал очень дорого реализовывать данную продукцию. На сайте Фторадент продукция, вот именно ополаскиватель для полости рта, стоит в несколько раз дешевле. Я затем в конце вставлю сравнение просто двух этих сайтов, запись с компьютера вставлю, где я показываю, сколько же они стоят, какая разница на одном и на другом сайте. Еще один заказала Фторадент, это целебные травы. Так, сейчас поставлю. Следующий Фторадент, это отбеливающий, вот такой вот. Фторадент прополис, эффективная защита, желтенький. И Фторадент кедровый, вот такой вот. Это укрепление десен. Так, стоили они на сайте Здравсити намного дешевле, чем на сайте Аптека.ру. Следующее — это жидкое мыло для интимной гигиены с молочной кислотой и экстрактом ромашки. У него очень удобная здесь заглушечка такая. Она не только распространяется вот именно на помпу, но также и на сам вот этот носик. То есть тоже закрыто. Неудобно очень поставила сегодня камеру. Не очень удобно. Так вот, наверное. Стоил он тоже там, это мыло, ну, не очень дорого, даже 100 рублей оно там не стоило. В общем, мне понравился этот сайт. Еще я заказала гель-лифтинг. Это от компании Новосвит. Эффект подтяжки. Еще не открывала, думала, сниму видео и уже открою и буду пользоваться с большим удовольствием. Слышала хорошие отзывы на это средство. Так, взяла две масочки с акулим жиром. Это биоплацентарная маска для лица и шеи. Ультралифтинг для зрелой кожи с алоэ. Вот такая вот масочка. Тоже еще не открывала, не пользовалась. И еще маска акулий жир и женьшень. Омоложение, подтяжка возрастной уставшей кожи, лица и декольте. Вот вторая такая масочка коллагеновая. Это я заказывала с сайта Здравсити. Так, и заказала вот такое вот масло. Миндальное масло 30 мл, здесь косметическое масло. Но здесь оно не... вот я вот так вот оставлю вам, почитайте. Значит, здесь это масло не полностью состоит из масла миндаля. Здесь смесь масел, это косметический комплекс. Здесь масло миндальных орехов, витамин А и витамин Е. В общем, там тоже есть аннотация и как применять данное масло. Его я применяю в различных смесях. Также можно и в чистом виде на лицо, на волосы, то есть в различные маски. Вот, это весь мой был заказ на сайте Здравсити. Обошелся он мне, по-моему, в 500 рублей. То есть 500 с чем-то там рублей. Ну, до 600 рублей не доходило. Так, следующее я покажу, тоже с аптечного сайта Аптека.ру. Заказала вот такое вот масло льняное, первый холодный отжим, биологически активная добавка к пище. Все мы знаем, что льняное масло очень хорошо сказывается на нашем здоровье. Должны обязательно женщины его употреблять для того, чтобы волосы сияли, ногти лучше росли и вообще женское здоровье было в норме. Вот такое льняное масло, рекомендуется его применять по 4 штучки в день. Здесь я покажу вам желатиновая капсула. Вот так вот это все выглядит. Видите? Наверное, многие уже видели это все. Желатиновая капсула. Здесь 120 капсул. И рекомендуется применять курсом, по-моему, 1 месяц.
Вот так вот покажу. Кому интересно, остановите, посмотрите. И здесь тоже имеется аннотация. Вот такая вот. Здесь также рассказывается о других маслах, о тыквенном масле, о масле расторопши, о кедровом масле, об облепиховом масле, о зародышей пшеницы. Тоже очень интересно почитать. Я уже придумала, что я какое-то еще тоже масло еще приобрету себе для того, чтобы попользоваться, попить. Так, следующее масло, это масло жожоба. Его я применяю для лица. Кто смотрел мое видео о пустых баночках, видели, что у меня закончилось оно как раз, масло жожоба. И вот я ему заказала, конечно же, на смену. Масло жожоба я использую по уходу за лицом. Очень хорошо с ним делать массаж. Разглаживаются мимические морщинки мелкие. И становится приятный цвет лица. Так, масло авокадо. Также можно применять его в чистом виде на лицо. Можно добавлять различные маски, как для лица, так и для волос. Можно наносить под глазки для разглаживания также мимических морщин и делать массажи. Так, вот такое вот взяла эфирное масло. Это масло апельсина. Используется оно для массажа. Добавляется несколько капель эфирного масла, очень хорошо для антицеллюлитного массажа. И, конечно же, очень приятно имеет аромат данное масло. Следующее масло, которое я заказала, это персиковое. Это уже другая немножко фирма, которая производит масла. Это персиковое масло, тоже очень хорошее масло. Особенно оно большим успехом используется для ухода за лицом, также разглаживает мимические морщинки и улучшает цвет лица. Так, вот сюда его, наверное, поставлю. И последнее масло, которое я хочу вам показать, это масло абрикосовое или абрикосовых косточек. Тоже хорошее масло, сейчас про него много читала, именно в аннотации к данному маслу, как его можно использовать и для чего. Вообще во всех маслах имеются аннотации, где указано, как можно использовать данные масла, какие можно делать с ними маски, чем их обогащать. Любое масло можно добавлять в ваш крем. Ну, естественно, кроме вот эфирного масла, с ним нужно быть более аккуратным, потому что его нужно добавлять всего несколько капель, дабы не травмировать кожу и избежать различных ожогов, потому что тоже может быть возникнуть какие-то ожоги и аллергические реакции. А вот косметические натуральные масла, их можно применять вообще в чистом виде и наносить на лицо, наносить на кожу. С персиковым маслом я делаю массаж антицеллюлитный для тела с помощью силиконовой банки. То есть очень хорошо, не покупайте никакие дорогостоящие масла массажные. Вот, купите масло персиковое, обогатите его немножечко, несколько капель масла апельсина, и будет вам счастье, и будет вам все прекрасно. Так, и сейчас еще вставлю видео о сравнении вот именно на ополаскиватель Фторадент на двух сайтах. Это сайт Аптека.ру и сайт Здравсити. Девчонки, хотела отснять для сравнения, просто показать, сколько стоит вот ополаскиватель для полости рта Фторадент, какие разные цены. Обратите внимание, значит, это у нас сайт Аптека.ру. Я всегда здесь заказывала различные продукты, и вот этот вот ополаскиватель тоже очень-очень часто заказывала. Но в настоящее время он стоит 139 рублей. Это довольно-таки значительная сумма, в то время как раньше я его приобретала за 50 рублей не дороже. То есть 38-48 он потом стоил, и сейчас вот 139 рублей. Я его не заказываю. Недавно буквально нашла такой сайт. Это Здравсити называется. Вот, Здравсити. Значит, здесь тоже я нашла этот ополаскиватель для полости рта Фторадент. Целебные травы, 275 рублей. И его сумма здесь 42 рубля. Видите? Огромная просто разница. 139, вот, 139 рублей и 42 рубля. Это просто, ну, я не знаю, это как назвать. В общем-то, немножко сейчас расскажу вам об этом сайте Здравсити.
Здесь, в общем-то, удобно очень навигация. Также можно все по разделам найти. Вот лекарственные препараты, БАДы, медицинские изделия, медтехника, гигиена, мама и малыш, раскладка, косметика, спорт и гигиена. Значит, доставка происходит в один из ваших ближайших аптек. Вы выберете затем уже аптеку. Также, но здесь не совсем удобно то, что много каких-то продуктов нет в наличии. Например, ну, допустим, вот мы наберем с вами масло авокадо, к примеру, масло авокадо. Вот уже выскакивает у нас линеечка довольно большая, предлагают нам. Так, нажимаем, да? Вот они все у нас масла. Здесь можно рассортировать по цене, то есть от самых дешевых к самым дорогим. И, как правило, некоторых каких-то продуктов нет в наличии. Но вот здесь почему-то много. Обычно я смотрела, самые дешевые их нет. Здесь, видите, их совсем немного. Масло авокадо 62 рубля. Вот можно выбрать. Тут салфетки влажные. Акулье масло с маслом авокадо для лица. Маска саше. Нет в наличии. Масло косметическое авокадо. Вот уже 224 рубля. Но это уже другой производитель. Так что, если вы вдруг не смотрели такой сайт, посмотрите Здравсити. И мне кажется, что, ну, просто для сравнения я вам показала. Вот на обычном таком ополаскивателе с аптекой.ру есть значительная разница.